Что-то меняется здесь, мне кажется. Чтобы купить так званое полномерное сильвера, у меня полномерное. Это кто кредит, Макс? Я не знаю. Но проблема в этом, чем, почему я брал этот минус 25, потому что... В натяжку, смотри, как красиво. Тормозная сила. Раньше надо было. То сильно вправо. Влево, влево. Вот это охренеть. Вы поняли, какая машина внедорожник? Офигеть вообще. Самая жесть прямо, если ехать. Скажи ему, что самая жесть прямо. Да, на берег. Вот где Валера. Ой, ты понял. А что ты думал тут, блин? Пасочки или что? Рядом с Валерой самая жесть. Валера сидит. По лайту. Элька сидит вон уже. А вот и бородач. Валера сидит, Элька сидит, Макс ждет. Круто едем. Тут все сидят. Это известное место. Справа, Миш, справа попробуй. Попытка. Так. Вот тут, да, даже в Ранглер на 37-х. Ну там уже так копнули хорошо за прошлые несколько раз. Миша пробует жесткую траекторию. И мы проходим. Пятый вырывается вперед. Так, бородач Валеру вытащил. Тут ступеняка очень серьезная. Там серьезная ступенька. Сейчас без меня легче будет. Крис, не испачкай, это моя парадно-выходная. Это. Без меня выехал, видишь, легче сразу. Вот тут у Макса колесо отвалилось. Да. Тебя не было там. Как не было? Не было, когда колесо отвалилось. Ты пиздец, я там стоял. А, да, да, да. Все помнит, блин. А тут и на этой пизде. Лебедка не работает у Сани. Сейчас тропой. Ну нормально едет. Но я спрыгнул, сразу выехал. Так бы не выскочил. Выровняй его, Андрюх. А Элька там сидит. Да, хорошо присел. Подожди, подожди, подожди.
прям к вам прям с ремонтом. Что ремонтировал? Да, ребята дорогу не знали, конечно, поехали тут. Помогай. Без меня. Уходи. Помогай, помогай. Он заглох. Заводись! Заводись! Почти! Почти! С той стороны, Олега. И поехал. Отец Павло. Отец Павло, стой! Отец Павло, меня подожди! Слышь, он собрал всех людей, кто живет в окрестностях, видно. Такси на Гольфброд, да, в церковь, да. Что-то меняется здесь, мне кажется. Я не знаю. Но проблема в чем, почему я брал эти 20-25, потому что... В натяжку, смотри, как красиво. Тормозная оси. Раньше надо было. Не барабаны, а суппорты. Раньше надо было вправо, блин, тут же, наверное, да. Потому что надо Макс выехал. Отпускается, видишь? Он отпускает сам. Ну я же знаю, я говорю, что отпускает. Да, нормально. То сильно вправо. Влево, влево. Вот это охренеть. Хорош. Вы поняли, какая машина внедорожник? Поняли траекторию, как надо ездить. Офигеть вообще. Она меняется каждый раз, ты видишь? Теперь, газик, не... теперь газик. В прошлый раз я вот там, как он... А там нереально было ехать в прошлый раз. Мы же там проехали этот самый Глеб и я, мы вообще вот так на холостых там проехали. Теперь самое интересное. Давай! Это жесткий пилот. Давай, не очкуй! Не, по его траектории можешь ехать, нормально, как мило едет. Ты думаешь, ты сюда доедешь? Нет, ты не уезжай. Говорит, просто выпускай его доедет. А, ты думаешь? Оптимист, да? Серьезный парень. Говорит, пусть он отъедет. Смотрим самую серьезную машину современности. Я пошел. Да вот сейчас все выйдет. Нет, так подожди, ты его трос хоть возьми, что ты пошел. А у него есть трос? Вот твой. Да, недалеко. Говорит, Чероки мешал, вот тут опасно было. Не, давай в темпе. Места серьезные. Мы пошли вперед. Чероки шел красиво, но тут очень меняется траектория от раза к разу. И сложно понять, где проходное, а где нет.
Там, где раньше не проезжали, сегодня Чероки проскочил. Так, идем тут. Какие-то кустики. Так, бородач вернулся, газик тащит. Сейчас перетащат сюда. И все. А, газик Макс тащит лебедкой. Так, поехали дальше. Пытаюсь перейти. Как-то я тут проходил. Прошлый раз. Такое болото серьезное. Нива едет. Да.